Готовий до старту! Кукурудза! Завантажено! 3, 2! Читас. Читас в Україні. В форі. По 12.50, по-моєму. Или по 12 чим-то. Акція. Ну, це, типа, кукурудзи. Палочки, як картофель. Біфбургери. Кукуруза, кетчуп. Ой, сир, кетчуп. Я не чувствую бифбургера. Такое, да? Mm-hmm. Такое. Ну, попробовать еще есть. Сырный читос. Ну что, как тебе читосы? Пам. Херня полнейшая. Я вот их ем, я представляю, что это картошка фри, и эта мысль меня тешит. Ну, типа, не кетчупная и не сырная вообще. Просто кукурузные палочки соленые. Практически сыром. Практически без вкуса. Ну там очень не сырно. Я думал, будет более сырно. Типа оно вообще не сырно никак. Но зато тут рейв на горе. Давай вторые попробуем. Кстати, вот пачка. А, да. Ты же не показал. Да это нет. Бифбургер. Кетчуп, мне... кетчуп и сыр. Херня полнейшая. В Украине читас. Вообще говно. Сейчас попробуем этот. Ну это тоже, наверное, не понравилось. Сейчас посмотрю производитель. У нас тут такая вечеринка. Пати. Так, конечно. А. Шо? Село Миколаївське. Ну это типа дистрибьютор. Импортер. Не открывай. Продукт може містити незначну кількість арахісу, глютену, риби, гірчиці. Ну, предупреждение на всякий случай. Риба, арахіс. Мало ли, що упало там. Риба і... Сир, все-таки. Риба, все-таки арахіс. Сир, і риба, і арахіс. Ну, это как пишут на микроволновке, что нельзя там животных сушить и разогревать. То одна тетка, короче, хотела посушить кошку, и кошка сдохла. Она отсудила у фирмы микроволновок там до хера денег. Охереть, что там не написано, что нельзя сушить кошек. Ну да. И так же самое, также нельзя употреблять средства для мытья посуды, там всякую фигню в пищу. Да. Ну что, как тебе? Сырно? Ну, такие же, как в Греции. Да? Ну, я не фанат. Не, это более сырные. Да? Угу. Чеддер 6. Обсыпь потом. Угу. Но эти намного лучше. Мягенькие. Как они вздумаете делать пасту с сырным читосом? Mac and cheese из читоса. По рецептам из ТикТока. Сразу прям говорю, каждому говно. Такая идея придет. Ну вообще это в ТикТоке это популярно. Как где? В каком? Везде. Не знаю, не слышала о таком. Делают, берут до хера пачек читоса, вываривают и потом с макаронами смешивают. Говнище вообще, типа. Так что Родион. Новое видео вышло. Ну, это получше уже. И квас. Ливский квас, фигня полнейшая. Что там достали? Пейте квас с село и люди. Кажуть, як зроблено від душі, то лайки самі зберуться. А як думки освіжати, усе прекраснішим стає. Не знаю, мені всі квас нормально. Ну, тут такий. Це пізно вже. А, ти спеціально. Я такая, и сразу остановилась. Потому что я уже заканчивала.